РБК, региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза». Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. 10 миллионов рублей направит в 2023 году из регионального бюджета на субсидирование льготной ипотеки для IT-специалистов. Предполагается, что воспользоваться ею смогут 46 сотрудников организации, работающих в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в правительстве республики. С мая этого года поступило 269 заявок на предоставление льготных займов на покупку жилья. Из них 185 заявок одобрены. Сейчас заключено 49 кредитных договоров на 306 миллионов рублей. При этом заявки продолжают поступать. Новая мера поддержки оказалась одной из самых востребованных. Предусмотрено снижение налоговой нагрузки, моратория на проверки, безвозмездные гранты на новый проект, льготное кредитование. Ну и вот особое место среди них занимает льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой до 5% годовых. У нас уже заявки поступают. Федеральным законодательством заложен инструмент, позволяющий регионам снижать ставку для этой категории специалистов. Оформить льготную ипотеку можно через компанию «Дом РФ». Кредиторам, снизившим ставку на 1%, возместят недополученные доходы. Сумма заема не должна превышать 6 миллионов рублей. Общий размер субсидии на одного участника составит до 216 тысяч рублей. Башкирские фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участвовать в грантовой программе. Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства. Для этого необходимо, чтобы на место мобилизованного главы фермерского хозяйства был избран другой человек из числа членов того же КФХ. Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает получать господдержку. Если же бизнесмен не планирует дальнейшее участие в программе, то есть два варианта действий. Если гранты уже использованы полностью, а целевых показателей достичь не удалось, проект будет признан завершенным. Если средства использованы частично, то грантодатель вправе обязать фермера вернуть неиспользованную часть финансирования. В обоих случаях предприниматели освободят от штрафа за отсутствие результата. Изменения коснутся таких программ поддержки, как агростартап, агропрогресс, агротуризм, грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров. В Башкортостане возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве сельской школы в Уфимском районе. Расследование началось после того, как прокуратура проверила исполнение законодательства о закупках, сообщает пресс-служба надзорного органа. Возведение школы на 825 мест началось еще в 2020 году. В августе прошлого года ее должны были сдать. Однако строительство вели с грубым нарушением сроков. Установлено, что компании «Башгражданстрой» и «Универсалстрой» заключили договор с субподряда. Исполнитель должен был провести строительно-монтажные работы, однако не выполнил своих обязательств своевременно. Несмотря на то, что субподрядчиком условия договора не исполнены, должностными лицами ООО «Башгражданстрой» приняты и оплачены фактически неисполненные работы на общую сумму более 11 миллионов рублей. В результате противоправных действий неустановленных должностных лиц учебное заведение до настоящего времени не эксплуатируется. Материалы прокурора направлены в Следственный комитет. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Его расследование проходит под особым контролем руководства. 309 миллионов рублей долгов по уплате взносов на капремонт взыскивают через суд. Всего с начала года подано 32,5 тысячи заявлений о взыскании, сообщили в МинЖКХ. При этом за весь период реализации программы капремонта направлено в суды более 53 500 заявлений, почти на 1 миллиард рублей. Как отметили в региональном фонде капремонта, взыскиваемость своевременно неуплаченных взносов с каждым годом растет. По словам экспертов, если после решения суда гражданин и дальше отказывается оплачивать взносы, то через 5 дней судебный пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, размер которого составляет 7% от величины долга. Таким образом, сумма может вырасти в разы. Более 100 крупных компаний фермерских хозяйств и торговых сетей страны представили свою продукцию в Уфе на 6-й специализированной выставке «Наш бренд». Мероприятие стартовало сегодня на ВДНХ «Экспо» и продлится до 26 ноября. На выставке представлена коллективная экспозиция от местных фермеров, дипломантов, проекта «Продукт Башкортостана», представителей Башпотребсоюза. На площадке развернута экспозиция «Протехэкспо», на которой представили оборудование, специализированный транспорт, ингредиенты и
упаковку для пищевого производства. Свои стенды впервые за долгое время подготовили рестораны. У нас более 120 участников на этой выставке. Это действительно такое большое мероприятие. Более 60 у нас фермеров. Это и крестьянско-фермерские хозяйства, и сельскохозяйственные кооперативы. Кроме того, крупные предприятия, понятно, наши выставлены многие. Порядка 14 регионов у нас представлены на выставке. Предусмотрена насыщенная деловая программа. Сегодня также состоится ключевое событие выставки. Третий съезд сельскохозяйственных кооперативов республики. Также пройдут торгово-закупочная конференция «День поставщика» и B2B-переговоры с участием 30 федеральных и региональных торговых сетей. За круглым столом развитие ресторанного бизнеса в условиях ограничений впервые для обсуждения важнейших вопросов встретятся ведущие рестораторы и руководители фермерских хозяйств республики. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар дешевеет, а евро растет. Американская валюта снизилась на 15 копеек до 60 рублей 50 копеек. Европейская подорожала на 10 копеек. Курс 62 рубля 28 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Акибанке за 63,60. Продажа в Солидбанке за 63,85. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Солидбанке за 64,70. И продажа в банке Финам за 65,90. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.